Доброе утро. Знаете, хотел поделиться с вами относительно новая вещь для меня в моей жизни. Я вот начинаю свой день. Я сажусь перед своим большим окном и просто несколько минут пялюсь. И вспоминаю о том времени, как я вот просто спал и видел вот эту вот свою жизнь сейчас, как я страдал по ней, как я сильно хотел, как у меня болело в груди даже от одной мысли об этой жизни, и как я расстраивался, когда кто-то мне говорил, что у меня не получится, и как я старался, и сколько всего я делал, и вот как я визуализировал вот эту вот свою новую жизнь в Лос-Анджелесе. И это меня просто так нереально заряжает на целый день. Просто такая элементарная практика, такое, да, просто элементарное напоминание себе о том, как я благодарен за все, что у меня происходит сейчас в жизни, и за все, что у меня есть, нереально помогает двигаться дальше. Фокус не должен быть всегда только впереди, иногда полезно обернуться назад, видите? И я вот с недавнего времени начал это делать, и это очень круто. Посмотрим, когда надоест. Вот, ну, а вы пока смотрите. Всем привет! Давно не виделись. Сегодня ничего не делали, был выходной. Но сейчас мы поедем делать кое-что, что я буду делать в самый первый раз. Я не знаю, почему я еще никогда этого не делал. Сегодня это произойдет. Начиная с нескольких дней назад, с 15 числа, люди, у которых есть обе вакцины, они, ну то есть полностью вакцинированные люди, могут ходить без масок. Но все так еще неопределенно и непонятно, в каких-то магазинах можно, в каких-то нельзя. Как понять, кто вакцинирован, кто нет? Я, в принципе, без маски. Вижу, здесь люди есть без маски. Буду пытаться проходить, наверное, без маски. Но у меня, если что, она всегда есть в кармане. Да. Очередь большая. Они не гарантируют, что люди вообще, что мы вообще сможем попасть. Выглядит весело зато. At least it's not like overly crowded. Ну, это знак. Может быть, в следующий раз у нас получится в течение дня. Maybe we can do it some other time on your day off, like during the day. Тут есть еще аркада. Вот, в том же самом месте. Прикольно, мне нравится. И тут еще есть еще такая штука. Я никогда, кстати, не пробовал, я только видел в фильмах всегда. Никогда еще я не пробовал это делать. After 8 years of living here, there's still some things that I haven't done in America yet. And it's mini-golf, batting cages, laser tag. Не получилось. И я мог бы не вставлять это даже в влог, но я вставлю все равно, чтобы вы знали. О, что все по-настоящему. And you're upset because you don't get to go mini golfing. Вот очень подходящее, так скажем, для стиля этого канала. Это скучные влоги. Я хотел сделать хотя бы что-то веселое сегодня, и вселенная не позволила. Может быть, в следующий раз пожаловать на очередной скучный влог, я так понимаю. Don't look at my snacks. Nobody's looking at your snacks. Yeah, because I took them out of the frame. Sure. I was excited. What? Why are you eyeing my snacks? Because you told me I couldn't. That's the only reason why. We got the king size Reese's peanut butter cups. You said that weird. Why? The Reese's peanut butter cups? The first time you said it really weird. I did. We got the king size Reese's peanut butter cups. This is where it's at right here. We got, okay, the dark chocolate king size Kit Kat. The best one? The best one. Because the milk chocolate one, it's okay. It's okay. But the dark chocolate one, what? This is a rare find. So, you know, I had to go in there, had to cop this. And also there was a 2-for-4 on the king size stuff because winning. And then of course, the hot fries taking me back to my childhood. Вот во что превратилась эта неудачная попытка к мини-гольфу.
Why? Чипсики. Why? У меня шейк. Два пса. Пес номер один. Пес номер два. Don't get me with the chips in my hand. Okay. Okay. Камин и Dragon Ball Z. Why? Yes. Окей, пока Тике собирается на работу, мне уже надо валить. Я снял на сегодня все видео уже, и мне надо постригаться. Это раз. Два, нам нужно в Коска. Три, нам нужно в магазин для питомцев. Четыре, нам нужно в продуктовый, скорее всего. Пять, нам нужно... Забыл, меня в телефоне пострелять. What's up? Yeah, I'm about to leave right now. Yeah, so am I. You're gonna leave him in here? What the hell? How did he even get in here? You tell me! I just see this little, like, baby poke his head into the bathroom. Oh my goodness. Моя вечно нелюбимая часть после того, как я помыл свою машину, это ее протирать насухо. Я не понимаю. У меня никогда не получается, я не понимаю, что я делаю не так, когда дело доходит до полотенец. Новый материал. Все, пора уезжать из Голливуда. Ну вот они, летние дни. Сегодня первый день лета, 21 число, 21 июня. Если вы не понимаете, о чем я и почему я это говорю, то зацените мое предыдущее видео про... Одно из предыдущих моих видео про... Одно из предыдущих моих видео про странности в США. Странности американцев, как я там его назвал, не помню. Дороги не очень тут, но здесь уже получше. Ох уж этот Коска, блин. Ох уж этот Коска. Я без маски, чувствую себя так странно, блин, сейчас с ума сойти вообще. Так, блин, я никогда тут ничего не могу найти вообще. Тут все постоянно меняют местами. Хлопья, поняли? Вот так вот просто. Бум. И готово. Две коробки в одной. $8 за вот эти. И, ну, 7.50 за вот эти. Коско. Я наконец-то еще помыл машину спустя столько недель уже. Просто, ну, шикарно. Так, а куда корзинки-то идут? Что, далеко? Ну, ладно. Вот я считаю, я что-то хорошее сделал. Например, вот корзинку убрал прям куда следует. И у меня накопилось одно хорошее очко, которая мне потом вернется в качестве чего-то другого, например. Но вроде бы все, мне вроде бы больше ничего не надо, но я точно не помню. Ой, у меня багажник открыт. Любой подошел, сейчас просто открыл его и своровал там наши хлопья, например. Ну все, в принципе, вроде бы все на сегодня сделано. На улице 82 градуса, что... Тепло, не скажу, что это прям, ну это жарко, но это не супер жарко, как у нас было на прошлой неделе, например, там 100 градусов по Фаренгейту, это конечно, вообще, но такой у нас вот heat wave это называется был. Но теперь я готов ехать домой, 4:20 сейчас время, представляете, 4:20. Сандрес, Натя. Let's just do it again, from the beginning. Ah, fuck. Out of everything. Man, I got three languages here. That's facts. Okay, okay. Let's listen and then do it again. Yo, listen. They don't even know. I do everything R&B. Okay, wait. Listen, man. Okay. Go hear yourself without a tune. Go ahead. I can't hear anything. Hold on. Hello? I still can't hear anything. Am I supposed to sing? Am I not supposed to hear anything? Okay, I'm done. All right.
Thank you. I need silence. That's how I live. That's how we move. Yeah, yeah. Keep my plans to myself. Moves on private. No, never announce my arrival. If you sleep on me, I'm not bothered. I just don't know how much longer I can be. И наконец-то у нас это получилось сюда пройти. Нам дали наши эти все клубы и все такое. И мы начинаем. Я очень хочу, если честно, попробовать настоящим гольфом позаниматься. Я не знаю, что мне для этого надо. Скорее всего, какой-нибудь этот membership, какой-нибудь country club. Damn, Justin, what happened to you? What happened to you, bro? You dropped like 10 years. Why did you do that? I'm playing a politician tomorrow. Right, it looks like your old pictures on the internet, yeah. Bro. Oh! He's a real deal. Oh my god. Oh my god. Come on. How dare you, bro? This is not level. Oh! Это сложнее, чем я думал. Намного сложнее. Но я тренируюсь, я практикуюсь. Ну да, я вот что-то вот у меня какие-то прям... у меня какое-то желание прям заняться гольфом. Прям гольфом, понимаете? Не знаю, откуда у меня это произошло, но что-то захотелось. Я слышал, что это дорогое хобби. Но посмотрим, надо сделать research, как говорится. Вот сейчас Джастин будет бить. Пока что я понял, что самая большая сложность для меня это не бить сильно, потому что я всегда перебарщиваю, и надо немножко расслабиться. Вот смотрите, как профессионалы это делают. Four. Wow, that was professional, bro. Я знаю, что, возможно, у вас в городе такое тоже есть, мини-гольф, но для меня это до сих пор у меня ассоциация, что это такая прям американская вещь. Поэтому мы начинаем. Let's go. That's three? Yeah. Three? Right. Oh my god. People are gonna stop calling you LeBron. Well, if you and I combined, we would be Tiger would Woods. Be, yeah. Okay, уже становится интереснее и опаснее, потому что если... Вам дается всего один шарик. И если он пропадет, упадет в воду или куда-то еще, где, откуда его невозможно достать, то все. Вам надо будет платить еще, чтобы взять еще шар. Поэтому риск очень большой. Тихия пытается через этот тоннель сейчас пробить. Эй, that was cool. Прям типичная вот из американских фильмов, видите? Let's show какая-то you. Фигня. Gotta get it in this hole right here, and I think it's gonna end up somewhere here. Oh! Yeah! Вот это вот тоже очень интересно, прямиком из фильма. Wow. Catch that. Вау, вот так вот я сижу, работаю, серьезно? Я не могу поверить. Вот я просто сижу и вижу вот это. Вот это невероятно, блин. Ну вот и все, спасибо вам огромное за просмотр этого влога. Наконец-то получилось ходить в мини-гольф. Мне было очень прикольно, было очень интересно. И что же будет в следующем? Я не знаю. Скорее всего, тур по квартире. Потому что я планировал его сделать в этот раз, в этом влоге, но... Не получилось в этом влоге, но в следующем будет. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы посмотрели. Удачи и увидимся с вами в следующий раз. До свидания.